Дебальцевская группировка ВСУ имеет все шансы повторить судьбу подразделений украинских силовиков, попавших в августе прошлого года в Иловайский котел. В самом же Иловайске сегодня по мере сил пытается поддержать ополченцев, принимающих участие в ожесточенных боях в районе Дебальцево. При содействии нашего мэра Анатолия Сергея Владимировича, мы с ним совместно каждую неделю собираемся в наше общественное движение, обсуждаем проблемы города. И вот поступило такое предложение собирать для наших ребят, которые служат в ополчении, на передовую передавать продукты, медикаменты. Иловайчане порой делятся последним, чтобы хоть немного облегчить жизнь бойцов на передовой. Несут теплые вещи, малиновое варенье, мед и прочие антипростудные средства народной медицины. Люди несут, неимоверно несут. Каждый день очереди приносят с одного дома, только с многоэтажного дома принесли 40 банок купорки, варенья и так далее, разной консервации. Также одежду несут, помогает очень рынок, частные предприниматели. В общем, собираем, помогаем, чем можем. Ученики младших классов школ Иловайска тоже включились в общее дело помощи ополченцам и послали защитникам ДНР рисунки с немного наивными, но искренними пожеланиями. Жители Иловайска уверены, что, имея за спиной всенародную поддержку, бойцы вооруженных сил Новороссии смогут добиться победы в любом сражении.